Вот мы и проснулись. На часах 10 часов. И мы едем за материалом для стенки в строительный магазин вместе с Эмили. Сейчас нам мешают краски, и будем уже рисовать на стене. Наконец-то, спустя месяц, мы сможем начать наш рисунок. Все в магазине, а я сейчас отдыхаю на лавочке. Релаксую тут и слушаю одинаковый голос какой-то женщины, записанный на аудиокассету. Если я еще просижу на этой лавочке полчаса с этим голосом, я просто сойду с ума. Он вошел мне в мозг. Сзади нас огромная белая стенка, на которой скоро будет великий рисунок. Первый день начала рисунка, и идет дождь, очень сильный дождь, но мы справляемся. Это самая качественная краска, которую мы рисовали. И вот так мы каждое утро ездим до нашей любимой стенки. Тут очень шумно, но это нам не мешает. Второй день рисунка. Мы потихоньку продвигаемся вперед. И много уже сделали, и много еще осталось. Сейчас мы с Марией зашли в какую-то забегаловку, и сейчас попробуем какую-то неизвестную еду. Все на иероглифах, мы ничего не понимаем, что мы заказываем. Я думаю, это будет что-то без мяса. Я взяла суп какой-то и какие-то овощи. Все-таки я заказал суп с мясом. Это для меня огромное огорчение. Сегодня я останусь без еды. Зато Мариана получит две порции. Нет, я две порции есть не буду. Спасибо. Кто это, свинюшка? Я не знаю. Вкусно? Очень, очень классный суп. Еще Мариана заказала тофу, но это не жареное.
Только что вот такого пацюка видел, пробежал там. Сегодня третий день нашего рисования на Тайване. Только что нам подарил 2 бутылки кока-колы, чтоб мы тут не упали от жары. Сегодня 4-й день, на улице очень жарко. Я только что попробовал сам сделать кисть, и у меня получилась вот такая штука из футболки и палочки, проволочки. Получается очень интересный эффект. Угостили тайванский десерт. Очень странный, похож на какую-то, вообще на гречку или на какие-то бобы. Вкус гороха какого-то. Нас каждый день тут угощают. Каждый день нам приносят выпивку какую-то, какие-то чаи, какие-то десерты. Это просто, это рай на земле. Дни идут, а я экспериментирую. Я взял тряпочку, которую нашел на улице, и подумал, если я забыл кисти, то можно порисовать этой тряпочкой.
отдыхать. Все жутко уставшие, потому что с утра и до вечера мы рисуем. Немножко подустали. Будет первые. Мы открываем презентационный сезон, будем рассказывать про все. С помощью стрит-арта мы полностью меняем пространство и отношение людей к данной территории. Мы начали рисовать рисунок на стене на тему рабочих. Мы изобразим тайванских рабочих и наших украинских в одной картине. Holland. We are painting in Kaohsiung today. It's hot and busy, but we are happy because we are painting. Hello, my name is Sylvia. Yeah. Сегодня на рынке купил самую большую гуаву на свете. Это мой обед. Как я вам? Эй, Малис. Малис нам каждый день приносит какие-то напитки. Сегодня он нам принес тонизирующий зеленый чай с лимоном и ванилью. Существует одна история, которую взрослые рассказывают детям, что они нашли их в капусте. Со временем дети растут, и теперь взрослые работают на эту же капусту. Таким образом, эта капуста – начало и смысл выживания для многих людей. Они объединили тайванских и украинских рабочих в единую картину. Все заняты, и каждый работает на свою капусту. Каждый определяет свой смысл жизни для себя сам. Hello. Сегодня намечается очень крупное пати, оно будет проходить прямо здесь.
Украины, ни слова, ни слова.